Вот показываю я, как все это выглядит снаружи. Такие вот домики шикарные. Я вот в этом вот свилином жил, в шестом. Вот. Ну, их тут много, они по разной ценовой категории, как бы. Вот. Как бы тут все чистенько, идеальненько. Ну, мне очень понравилось. Хорошо ребята сделали. Вот. Это Берендеевский лес в Костроме. Вот, в городе. Гостиничный комплекс тут сделал. Вот. Цена вопроса меня тоже порадовала. Всего 1700. И даже входит завтрак бесплатный с утра. 9 часов там. Вот. Вот такие вот дела. Красотища. Путешествуйте по России. Как бы... Если камера вот записывает, и микрофон вот пишет, пение птиц. Причем птичек слышно даже в домике. Вот. Как бы. Вот такие вот дела. Сейчас пройду я туда подальше и там еще покажу, что делается. Всем удачи, до новых встреч!